Вечерело. Здравия, други. Что-то я маленько подмерз тут, фуфайки сижу. Только что сбегал на почту. Пришла мне посылка. Скажите-ка вот мне, какая ассоциация возникает у вас при слове «Жигули»? Если сейчас... Все, кто подумал сейчас в этот момент о пиве, о жигулевском, очень вкусном, обязательно поставьте лайк. Вот. Кто подумал про автомобиль, да тоже лайк ставьте, да и все. Я, короче говоря, подумал о пиве, когда зашел разговор в свое время. Вот. На самом деле, короче говоря, что там тить-кимять, мне пришла посылка из «Жигулей». Вот такая. Вот. В принципе, я знаю, что там внутри. Прислал мне ее Юра. Я всегда говорю и продолжаю утверждать, что все, абсолютно все Юры – это замечательные люди по определению. Я сам по паспорту Юрий Витальевич, по жизни Велигор. Вот. И все Юры, которых я знаю – это просто офигенные, замечательные люди. Просто по определению. Видимо, такими мы уж рождаемся. И родители сразу понимают, что нас надо называть Юрой. Вот так. Сейчас будет анпакинг. Сейчас немножко тут я упустил момент. Я сейчас быстренько сделаю подготовку к анпакингу. И буду делать анпакинг посылки из «Жигулей» от Юры. Так, непосредственно анпакинг. Где у нас тут? Почта России пленных не берет. Посылка дошла там что-то буквально меньше недели, 4 дня или 5 всего. С «Жигулей». Так, это у нас. Территориально это у нас Самарская область, Ставропольский район, село «Жигули». Если я правильно прочитал, мелко написано, плохо вижу. Вот. Сейчас посмотрим, что нам там прилетело. Как вообще это открывается? С китайскими все просто. Пур-пур. Пакет порвал. Вот. У меня получилось. Так, там, наверное, сейчас будет не видно. Мой любимый масштаб так-то. Так, это уплотнитель. Видимо, уплотнитель. Картон тоже в дело пойдет. У жвачников ничего не пропадает зря. Уплотнитель. Так, это что? А, все понял. Это деталь. Так, ладно, сейчас сначала все вытащу. Вот, самое главное, что мне тут приехало, я это сейчас тоже распакую, коробку уберу. Надо полагать, так есть. Это точилка. Юра делает точилки. На момент съемок я не выяснил, как у него точилки заказывают, если он вот не вот так вот, а он делает на заказ, как бы выясним. И потом досниму или подпишу в комментарии. Как точилка для ножей. Юра сказал, что даже рукожопы могут такой точилкой точить. Рукожопы — это как раз я. Так, сейчас тут еще что-то лежит. Так, это деталь точилки. Скотч двухсторонний. Вот самое главное. Самое главное. Знаю тоже, что это. Так, и это тоже к точилке относится. Так, все. Сейчас саму точилку непосредственно будем распаковывать. Распаковал. Сейчас только что открыл для себя жизненный опыт, получил. Вот эту стрейч-пленку лучше не пытаться срезать, а сразу искать.
где у нее конец лучше разматывать. Вот такая вот, как это, я не знаю, как назвать, основная часть точилки. Так, отвертку не взял. Ладно. Собираю точилку. Мне Юра прислал подробную инструкцию, как это все собрать. Поэтому я уже умелой рукой собираю. Сейчас точить ничего не буду. Я потом это все втихаря один опробую. Так. Ручка. Точилка вся, как это называется, Лански, да, там, который так точит. Вот это типа такой аналог. Одно решение мне показалось удивительно простым, но в принципе нигде я этого раньше не встречал, может, не интересовался, может быть. А вот эта штука, квадрат труба, видимо, 15-я. На нее на 4 стороны наклеивается на двухсторонний скотч наждачка. 1, 2, 3, 4 различные зернистости. Вот. Вместо того, чтобы покупать у китайцев бруски там или какие-то фирменные. Вот таким образом. И погнали. Сюда вот зажимается нож. Прижим. Здесь, насколько я понимаю, вставлены. Отвертку надо, не надо отвертку, так можно руками открутить точно. Вот так вот зажимается нож. Здесь у нас подкладочки сделаны кожаные, я так понимаю. Сейчас мы это узнаем. Да, два кусочка кожи приклеено, чтобы нож не ерзал. Ножичек поджимается вот этим болтом и зажимается. Здесь специальный барашек сделан таким образом, чтобы оно не убегало никуда. Юра сделал уши, 4 уха, если стационарно делать. Если не делать стационарно, то в комплекте вот такая струбцинка есть. Можно всю эту систему поджать к столу струбцинкой, чтобы точить. Вот таким образом. Сейчас это зафиксируется. Выставляется высота. Законтрагаивается. Я, наверное, обзор отдельно сделаю. И таким вот образом все, ножик точится. Вот. Это что касается точилки непосредственно. Отлично. Попробую, потом еще отдельно сниму. Как я там кого наточил. Сейчас не буду. Чтобы это. Ну, как бы по понятным причинам сейчас не буду. Это мы пока берем и перейдем к следующему этапу вскрытия. Анпакинг дальше. Два вот таких вот свертка здесь. Очень вкусно пахнет. Так, вторая часть посылки пошла на вскрытие. Сразу уже понимаю, что лучше резать, даже не пробовать. Поэтому я это лучше руками разверну, тем более, что здесь... Какая-то бумажка загадочная, промасленная, на веревочку. Ох, а запах-то какой! Японский магнитофон. Ребята! Неудобно снимать-то и резать-то.
Ой, ну запах, я вам скажу, просто вообще непередаваемый. Ой, сейчас как мы это... Я заранее приготовил себе кусок хлеба. Ой, все как я это кушу. Какая вкуснятина. Интересно, а здесь под оком уже? Обалденно. А, признаться, я себе приготовил тут. Но не буду, наверное, вискарем сало портить. А вот все просто сейчас. Как это называется? Пик, что ли? Когда сало перчит. А здесь, кажется, по-другому сделано. Юра сразу написал, говорит, он сказал, что свиней держит. Вот мне что пожрать отправить. Вот и отправил. О, как я уже вроде говорю, что больше, чем халяву, я люблю только пожрать. А если пожрать на халяву, так это... Ага, тут по-другому засолено. Ой, бляха. О, какие там точилки, какие там ножи точить. Ой-ой-ой. Как пахнет офигенно. Так, это мы найдем. Короче, на этом я вынужден прекратить нашу съемку мою. На... Как вкуснятина. А мне нужно срочно отключиться и переместиться, не знаю, на кухню, что ли, или тут поесть. Сало офигенное. Юра. Короче, не могу больше ничего говорить, жевать надо. Поэтому, Юра, от души, сало офигенное. Даже вискарем портить не буду. Да, все. О, как пахнет вкусно, вкусно, так как. Да, все, всем спасибо, до свидания. Мне пожрать надо. Я хочу, короче. Всем пока.